Я знал, что это было. Я приносила смотрю. Ни разу не включил. Ну, ни разу. Мы, не, мы этого начали вывести. Пока вот так. Нет, ну, это все вот сказки. Склады этой старой мебели. Да. А я люблю как бы... Пускай снимаешь, а он же дешевле, если без мебели. А мне так приятнее спать на твоей кровати, чем я могу ну, и выкинуть ее не дадут, понимаешь? И я лучше своим завезу, все, мне ничего не надо, у меня все есть. Это просто для склада, чтобы не переорвать. Все есть. Что-нибудь еще кости. А ты где живешь? Где ты? Ждать доставку этого по дороге. Слушай, ты у Ольги забыл, например? Да, я знаю. Куда? Последний раз. А мне телефон не нес, нет? Нет. Я вообще ничего не могу, она на меня не берет трубку. А пропуск надо отдавать будет на выходе или как там? Да, как раз по нему пройдете. Я звоню, 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 не берет, а я домашнего не знаю, но на домашний я как-то знаешь. А Оля можно отпустить. Да никто. Что-то получилось, все хорошо.